Собаки-терапевты работают в аэропорту Берлина. Четвероногие гуляют по терминалам и помогают путешественникам, которые ожидают своего вылета, справиться со стрессом. В основном на необычных работников реагируют дети. Они гладят или играют с ними. Специально обученные животные также посещают дома престарелых и детские учреждения. Детям очень понравилось. Им было интересно видеть здесь животных. Для детей в здании есть фигуры Лего, но собак мы видим впервые. Это очень помогает отвлечься и снять стресс, особенно тем, кто боится летать. Лапландия готовится к наплыву туристов. Ожидается, что число посетителей в этом году превысит допандемийный уровень, притом сильнее всего, по прогнозам аналитиков, возрастет спрос на элитные апартаменты. Уже сегодня отелям и ресторанам приходится привлекать дополнительных работников в связи с нехваткой кадров. Отмечу, в прошлом году аэропорт Лапландии принял свыше 160 тысяч пассажиров. Асель Абдыкылыкова, 24 KZ.